Нужно 1000 рублей. 1000? Да. Вообще такое. Отрезок, соединяющий точку окружности с центром, без подсказки. Нет. Твою мать. Чё? Ой, давайте мне вот по математике. Математика тема такая. Отвечаю в камеру, вот она здесь. Это площадь. Я опасно выгляжу или что со мной? Так немного. Минус 9 еще тогда, минус 9. С 36 минус 9. Что-то я ни хрена не понимаю. 36 суммы всех углов. 36. 300. Квадрат. Пожалуйста, не делайте меня тупой. Привет, я Жека. Я сегодня очень опасно выгляжу, потому что буду раздавать деньги за ответы на школьные вопросы по математике 7 класса. Здравствуйте. Вы участвуете в моем блоге? Нет, конечно. Почему? Почему бы и не участвовать? Нужно 1000 рублей. 1000? Да. Вообще такое. Да погодите, ну что вы шугаетесь, я не знаю. Нет, просто не хотим. Окей, давайте, парни, удачи. Что за люди? Ты же ничего не теряешь, брат. Не, ну да, конечно. Попробуем. Ну вот смотри, сумма длин всех сторон прямоугольник. Я вообще далек. У меня я школы еле выпустил. Давайте я. Красава, иди сюда. Пускай сюда. Она не идет. Нет, все. Я без нее не буду. Сумма длин всех сторон прямоугольника. Что? Ой, давайте мне вот по математике. Математика тема такая. Как называется? Сумма длин всех сторон прямоугольника? Да. Не отвечу. Ты уже знаешь? Да. Ну давай, братишка. Сумма длин всех сторон прямоугольника. Отвечаю в камеру. Вот она здесь. Это площадь. Не скажу. Я не знаю математику. А плюс Б с скобочкой. На П. Не знаю. Вот я сейчас еще буду и тупая, а на весь не тупая. В конце метр. П. Периметр? Периметр. Периметр. Ну, нет, периметр. Все, больше не подсказывай. Сумма углов треугольника. Сумма углов треугольника. Братиш, не подсказывай. Сумма углов треугольника. Сумма углов треугольников. Треугольник 90 градусов. А если прямой угол у него, там есть 90 градусов. А если все углы, то каким-то макариком по какой-то теореме. Сумма углов треугольника. Сейчас. 360. Треугольник минус 1. Минус 9 еще тогда, минус 9. С 36 минус 9. Что-то я ни хрена не понимаю. 36 суммы всех углов. 36. 300. В квадрате. Или 40, сумма углов в квадрате. Это 360. А в треугольнике на одно деление меньше. Слушай, грамотно ты расклад даешь. На одно-то деление меньше, но там все равно какая-то другая градусная система происходит. 180. Да какого черта ты подсказываешь? 180. Откуда? Что? Я про это не знал? Забыл, не знал. Там какая-то теорема, типа, да, вот надо доказывать. Как они это считают, до сих пор не разобрался, но вот так в гугле написано. Показываю опять, как это меня будет убегать. Здравствуйте. Можно вас на... До свидания. Ну почему? Расскажу быстро. Я задаю 5 вопросов по математике. Если честно, мне интересно. Все, ребят, давайте. Вы скучно? Пока. Скукота просто редкостная. Мужчина, я занята, и у меня работа, плачу, по математике. Так, чему равна четверть часа? Час. Четверть часа? Но. 63 делить на 4, 20. Нет? Четверть часа. Четверть часа? Да. Сколько минут? Ну. 20. Четверть часа равна... Что? Не подсказывайте, все, на бабосы играем здесь. Четверть часа. Четверть часа. Одна четвертая. Четверть часа, все, одна хватит. Четвертая. Ну что ты подсказываешь? Одна четвертая. Так от чего? По времени сколько? Чего? 20 минут. Пожалуйста, не делайте меня тупой.
Я не знаю. Можно там вопросы поменять? 60 разделить на 20? На 4. На 4? На 4. Сколько будет? 20. 15. 15? Ну. 15 минут. А, нет, не 20, я тупая, да. 15! Вот, все. Мне, короче, у кореша есть яхта, но это как бы не его яхта, но там все равно, короче, такая яхта, ребята. Заходите в описание и в аренду берите ее, как что бы просто подлетел, девчонки, туда, это яхта-бомба. Сука, тоже хочу себе яхту. Утверждение, принимаемое без доказательства. Факт. Ну, утверждение. Нет. Теорема. Нет, что-то другое слово. Какое слово? Другое. Утверждение? Сейчас, я подумаю. Не думай, что ты тупая. Мне 31 год. Если бы не Google, я бы не ответил на этот вопрос. Умники, идите в баню. Поняли? Утверждение, которое не требует доказательств, да? Да. На А. Хочу, чтобы ты выиграла тыщенку. Я тоже на хочу тыщенку. Это на? Четвертый вопрос. На А. 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 Не знаю я. Без аксиома. Откуда вы все это знаете, ребята? Аксиома. Ну ладно. Аксиома. Буду знать. Все. Нет, так нечестно, давайте вот реально 200 рублей. Ладно, я шучу. Все, давай, сестра. Вот, молодежь, а. Молодцы. Молодцы, девчонки. Ну что такое лицо, будто какой-то зверь к тебе подходит. Я удивляюсь вообще вашему всему менталитету. Я не понимаю вообще людей. Я предлагаю ответить на 5 вопросов и за ответы правильные заплатить тыщенку. Никто не хочет со мной связываться. Почему? Я опасно выгляжу или что со мной? Ну, так немного. Из-за того, что я очень брутальный и сексапильный сегодня, как да. Будешь вписываться? Нет. Почему? Не хочу. А ты? Последний вопрос, тыщу получаешь, и все, я еду домой. Равенство справедливое при всех допустимых значениях, переменных. Это на 1000 рублей, кстати. Бац, и 1000 сразу. Подождите сейчас. Равенство. Ну ты пусть смотришь. Я даже сам подгляну. Я... Все пишут мне, что я такой, типа, выпендриваю, что ну, все знаю. Я ничего не знаю, по крайней мере, вот в этом выпуске. Периметр я знаю. Задница горит просто. Смотри, сколько пиньонов. Просто я богатый мега-чел сегодня. Но никто сейчас, не хочет говорить это слово. Один отказался, прикинь, на все ответил, не взял 1000. Равенство. Так все, что, чувак. Не, чувак, спасибо. Это настоящий. Я понимаю, но реально, меня не требуется. Вот это фартануло. Ты очень богатый человек. Да нет, просто что? Не нуждаюсь. Не нуждаешься в деньгах? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4,
Я тоже не знал. Ставьте там дизлайки всякую эту хрень. Или лайки. Ну можно и лайки. А лайки же правильно говорят. Да, ну, лайки думаю, ставьте. Да. Типа я не знаю, что такое лайки. Да уже знаю, за год я уже знаю, что такое лайки и все это дело. Что такое лайки? А, все, я вспомнил, да. Все, брат, давай еще раз. Давайте. Все, всем пока. Я про яхту. Кто хочет взять в аренду крутую яхту, не забывайте. Я в доле там просто туда-сюда. В описании ссылка. Что? Блеванешь? Не то, что просто хреново вообще. Хреново? Я, пожалуй, откажусь, слушай. Давай, блин. Давай, выздоравливай, братиш. Отрезок, соединяющий точку окружности с центром. Без подсказки. Нет. Ну ладно, вы торопились, все, давайте.